Доброе утро. День, день, добрый день всем. Смотрите, масочка, масочка. Масочка у меня на глазах лежала. Я уже дома, друзья. Приехала с работы. У меня там готовится курочка. У нас великолепный просто день. Ой, так вкусно пахнет, кто-то барбекю жарит. Просто нереально вкусный день. Что, полить, может, надо ее? Как вы думаете, что-то сохнет, непонятно. Может, там опять какие-нибудь жучки или что? Надо рассмотреть внимательнее. В общем, у нас просто нереально классный день. На улице тепло, если скажем, не жарко. Никто меня не остановил, опять никаких постов не было. Пускай так будет длиться. Я опять приготовилась, но не судьба. Не в этом дело. А вот сейчас пойду курочку поем. Курочку гриль делаю в шатай-машине. Никто не делала, помните? Ой, цветочки завивают. Загинаются, в общем. Полью тоже это. Немножечко полить можно своей леечкой. Я еще ей не привыкла. Иногда мимо налью. Клубничку полить. Уже наполнить. Я сюда добавляю еще это. Как он называется? Удобрение. И тут такой бардак на столе от Чучи. Удобрение вот такое. И пылесос. Муж увез пылесос, чтобы там ему что-то пропылесосить. Я, конечно, поругалась, потому что ну, вдруг сломает пылесос или еще что-то. Это же мой пылесос. Потому что надо бы припылесосить. Вот, ну, тут у меня все нормально, только вот эти пледики постоянно теперь валяются. Вот, Чарли уже на своем месте отдыхает. Мои атрибуты, градусник, постоянно меряю температуру и наушники, чтобы все это смотреть. Да, мое счастье, а что ты трясешься, что ты боишься? Пойду салат резать, чтобы покушать. Я потом, мне сегодня нужно будет съездить в Меркадону, потому что я купила, как курица пахнет вкусно, я купила все на барбекю, кроме углей. Вот, угли надо купить. И кое-что там еще. В общем, Меркадону поедем, на работу, естественно. Но это все будет после обеда. Сейчас нереально вкусно, как она пахнет, курица. Ну что, я думаю, что все готово, я уже переворачивала вот так, видите, все зажаривается, поджаривается вкусненько. Мне вот косточки, а мужу грудинка. Все по чесноку. И салатик себе вот такой сделала. Здесь сейчас йогуртом заправлю, а мужу вот такое вот оливковое масло будет, еще уксус, в общем, все как он любит. А у меня вот зеленушка разная, все как я люблю. Всем приятного аппетита. А самое-то интересное, на десерт у меня будет пломбир, друзья. Офигеть. Люблю пожрать. Кто любит пожрать, ставим пальчики вверх. Я в Меркадоне. Вот. Могу авокадики. Пойдемте посмотрим, сколько авокадики стоят. Ух ты, 2,50 килограмм. Дешево, сердито. Слушайте, надо брать парочку. По 2,50. Они почти такие. Хорошие авокадо. Как раз хотела. О, вот этот прям спелый. Можно на завтра есть. Почти в два раза дешевле. Вообще по субботам после обеда очень выгодно ходить в магазины. Потому что здесь продукты часто уценяют. Так как у нас по воскресеньям ничего не работает, то обычно по субботам вот рыбу очень часто прям хорошо так уценяют. Вот овощи, фрукты. Потому что все равно их уже не продадут. И чтобы не выбрасывать, можно вот так вот уценить, и все люди купят. Кстати, пойдемте посмотрим, может быть, и есть что-нибудь вкусненькое. Баклава, треска, курбина 6,50.
Может быть, мне вот эту корбину взять? Бахады депрессию. Вот, то есть цена упустилась. Она, а сколько она раньше стоила? Ну, вот одна единственная. Не знаю, даже взять, не взять. Пока рыбу что-то не хочется. Я на... Поэтому не знаю. Я пойду, во-первых, по списку все возьму, а потом уже буду так, знаете, зырки пялить. Потому что могу забыть половину, что хочу. О, кстати, мармелад. Вот подружке сейчас отошлю мармелад, что вот, вот этот мармелад, как наш. 1,60 рубль стоит. 200 грамм. Вот этот, по-моему, тоже даже вообще по рублю. Нет, это жевательный. А вот этот вот прям как наш. Сейчас подружке отошлю. Их, кстати, переставили. Здесь раньше было печенье. А куда их поставили? Не знаю, даже куда их поставили. Они быть раньше стояли вон там. Так, не тормозим, друзья. Не тор... Ой, пердон. А, потому что здесь поставили эти новогодние. Смотрите, сколько тортиков в Меркадоне. 7 евро, 6,50, 5,50. 3 шоколада, чизкейк. Вот этот прям такой вкусный тортик. А вот еще разные, смотрите, морковный. 9 евро. Red, красный вельвет. Может, мне на завтра себя побаловать и купить макароны? Блин, у меня столько дома сладкого, что не до макарон, правда? У меня и карахат лукум есть. Так, друзья, туалетная бумага. Пойдемте запасаться на всякие пожарные. Потому что, знаете, такая у нас ситуация, что вот они разрогатились и все. В общем, у нас такая ситуация, что не сегодня, а завтра могут нас прикрыть. И все кинутся за туалетной бумагой. Не знаю, в чем. Свет, мужчина, езжайте, я туда подхожу. Нет, не хотите. Да, ну хорошо, я сама подойду. Встал и стоит. Так. И хотела чучи Чарли купить. Туалетная бумага затарилась. А, бумага мне нужна такая для духовки. Так, здесь мне ничего не надо. Да, ситуация у нас, друзья, не очень. Сегодня прям вообще в Гранаде жесть, что творится. Несмотря на то, что Гранада у нас закрыта уже будет вторую неделю. Но все равно. Так, Чарли возьму. Такие. Вот ему нравятся с Меркадоны чучи. Представляете, никакие не ест. Вот только с Меркадоны. Вот эти просто обожает. Так. А, мне еще нужно, знаете, что угли. Я же за углями приехала. А вы знаете, где они? Я что-то не помню. Ай, кучи, мне же эти. Вот, вот. Эти нужны. Бритвы. Бритвы. Вот это, по-моему, мужу бритва нужна. Блядь, дорогие они такие, суки. Простите за выражение. Но по-другому никак. Я не могу иначе. Ладно, вроде бы по списку все, но пойду посмотрю. Приехала на набережную. Представляете? Взяла с собой поводок из-за того, что там эти пакетики для какашек. А их тут не оказалось, они, оказывается, закончились. А у меня в каждой сумке обычно есть эти пакетики. Ну вот именно в этой сумке, которая сегодня, нет ни пакетика. Единственное, чем я могу все это собрать, это чек из Меркадоны. Ой, блин, представляете? Обычно всегда у меня в пакетике есть. И маску забыла. А это неудобно. В этой я, знаете, от машины до работы хожу. Ладно, прорвемся. Этим соберу. Чеком от Меркадоны в мусорку выброшу. Птички. У нас вот попугайчики живут в этих пальмочках.
Вот, погода сегодня 28 градусов, друзья. Море просто шикарное. Если бы не этот вот напасти на нас, то бы у нас точно все были пляжи забиты, потому что, во-первых, праздники до среды, ой, до вторника, а даже в некоторых местах и до среды никто не работает. Вот, ну, даже ничего не останавливает это напасти. Распространяется с силой космоса вообще. Трындец, капец. Ой, блин. Чуть делает дела. Ну, сделаю вид, как будто я не видел. Друзья, ну а что делать? Нету пакетика. И люди тут не особо никто не видел. Так стыдно вообще. Вы так не делайте. Всегда носите пакетики. Ой, он прям что-то там, наверное, совсем много наделал. Ой, блин, бессовестная я, бесстыжая, вообще. Я не покраснела, вам не заметно. Ой, вы знаете, чем я сегодня занималась? Я сегодня снялась даже целый один ТикТок. Класс. Так что у меня ТикТок уже второй ТикТок. Я в тот ТикТок что-то еще снимала. А в этот вообще ни одного видео. А это сегодня что-то, знаете, заскучала. Думаю, ну-ка, дай-ка попробую. Подурачусь. У меня сестра двоюродная. Такие тиктоки выматывает. Вообще, там умрешь. Я даже не знала, что она такая артистка. Вот, смотрите, например, ресторанчик тут. Ой, все сидят. Где он есть? Сидят, выпивают, отдыхают. А вот мне, знаете, что интересно? Вот, например, туристы, которые попали, и теперь они что делают? А вдруг они уехать должны, там, например, на этой неделе? А у нас же как не выпускают и не впускают даже в аэропорте, как правильно сказать. Там проверяют. Чарли, бен аки, аки, маму, аину, аки. Детей столько много, не знаешь, куда кинуться. Вот, наверное, много же осталось в заложниках этой ситуации, да, или как? Немного народа, но все равно как бы гуляют. Море. Я сейчас дойду до моря, покажу вам, какое оно шикарное. Ой. Купила я там и угли купила. В общем, все. Сейчас приду, замариную шашлычок в кефире. Мне очень нравится шашлык в кефире. Такой вкусный, с лук и кефир. Все, и специи для шашлыка. Обалденный, мягкий. Вкуснятина. Завтра. Адонде вас? Ое! Адонде? Один пошел, как хозяин. Эх, блин. Жизнь моя жестянка. Живу я как в болоте. Знаете, чем я занимаюсь? У меня тут хурма, сахар, лимонная цедра. Буду варить варенье. Хурма у меня, помните, которую мне давали, муж принес. Ему кто-то там друг или кто там подарил, или что там. В общем, она, знаете, рот вяжет очень сильно. Ее даже заморозку, если кладешь, она потом все равно невкусная. Вот. И я думаю, я в Фейсбуке или еще где-то лазила и вот увидела, что из хурмы варенье варят. Представляете, я сначала ее хотела засушить, но что-то как-то передумала. И тут бац, варенье варят. Думаю, ну надо же. И вот решила тоже, думаю, а почему бы мне его и не сварить? Что я тут кручу? Вот, добавила один к одному. В общем, 600 у меня грамм получилось хурмы.
и 600 грамм сахара добавила, и цедру одного лимона. Вот. А еще я, знаете, что купила? Вот такие вот вафли. И знаете, что у меня в мыслях-то уже давным-давно? Знаете, помните, такие вафли у нас были с прослойкой джемовой? Не помню, какой там джем был. Вот такие вот они вафли. Они такие, помню, все слипшиеся. И вот у меня еще уже давным-давно эта мысль в голове, что я хочу такие вафли. И вот я думаю, как бы их забацать. Потом вот вчера ночью мне пришло на ум, что у нас же продают разные, вот для мороженого, это для мороженого, да, вафли. Почему бы их не взять, не намазать это вареньем, чтобы они потом полежали, и получится у меня те же самые вафли, что продавались в магазинах, как вот у нас, правильно? Я не знаю, сейчас продаются, не продаются, напишите в комментариях, есть такие вафли в продаже или нет. Вот. Но я их вот этим вареньем намажу, и будет мне шикардос. Так, что еще? Я хотела шашлык-машлык. Мясо надо мариновать. Сейчас мы замаринуем мясо в кефире. Мясо, кефир. Бутылочку вина купила на завтра. Игристого. Вот, обожаю фрисанте. Ой, он такой вкусный, это как газировка. Знаете, пьется прям вот так, блин, и все. Ну, завтра устроим такой праздник. Так, поэтому сейчас я нарежу мясо, замариную. Лука туда много забацаю и специи для шашлыка. Если, конечно, они у меня есть. Ну, вот. Нет, это морковка. Это опять морковка. Это опять снова морковка. Что, блин, одна морковка, что ли? Если одна морковка, то надо заказывать. Нет, вот есть для шашлыка, для плова, и все есть. Как в Париже. Надо заказать себе тоже такое для шашлыка. Специи. Вот. Будет мне. Вкуснятина, погода такая замечательная. Так хорошо сегодня погуляла. Кайф, что народу мало. Ой, поспела манго в саду у дяди Васи. Надо его в холодильник уже положить. А то когда переспею. Вот видите, все, поспели все в один раз. Все, лопань не хочу. Пошли все в холодильник. И увы. А уже буду киви есть. Коронавирус. Сегодня чихнешь и все уже. Коронавирус. Так, ладно. Коронавирус откладывается. Режу мясо, замариновываю. Вы все подписались, друзья. Поставили лайки. Заходите в мой ТикТок. Он также называется Оксана Позитив. И я, у меня кое-какие задумки. Завтра еще кое-что сниму. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакала. Правильно? Надо тебя, себя, сама себя развлекать. Ой, ой. Процесс идет, в общем. Что-то ничем не пахнет. Ну ладно, результат вы увидите завтра. Сегодня я уже все управила, шашлык замариновала. Это пускай варится, а я пойду монтировать влог. Буду с вами прощаться до завтра. Всего самого наилучшего. Всем пока-пока.